Добрый день всем. Вот еще одна магия в реалии. Это под Хэллоуин и под затмение. Случалось это трижды. И вообще это хороший знак. У нас костер потух давно. Ничего там особо и веток-то не было. Лежало. И вдруг он вспыхивает так ярко, что видно из окна дома. Ну там это безопасно как. В круге. Но он загорается. И так было три раза, но не в один день, а не с разрывом. В сутки примерно он трижды так вспыхивает, полностью погасший огонь. И вдруг такое, причем это не такое пламя, которое тлеет и дымит, это ярко выраженный огонь, полметра примерно, а то и выше. Пламя, оно вспыхивает, поднимается высоко и горит довольно долго, полчаса. Там собирает все остатки веточек и прочего. Вот вам магия в реале. И вообще, если у вас включился свет резко, это очень хорошо. Вы можете проснуться, например, в другой комнате горит свет. Вы точно знаете, что вы не включали. Но это не входит, что вы забыли, естественно. Знаете, это к очень хорошему. А вот если он тухнет, это нехорошо. Но в данном случае тут костер именно вспыхивал. С ничего, конечно, мы его не снимали, как он вспыхивает. Потому что увидели, когда он уже горит. И вот такая интересная история магии в реалии. Все знаете, когда делает отливку и загорается у вас там соль с землей или сахар, это всегда был и есть хорошим символом. Вот этот воск, пролитый со свечки, когда он загорается в магии, это показатель очень сильного ритуала, очень-очень хороших событий. Вот тут это показатель каких-то очень сильных перемен и событий, очень интересных. Я думаю, это знак нам всем, поэтому я вам показываю. Вот бывает и такое. Ну, вот на этом все. Прощаюсь.